переживаю. Ну так, номер три. Вы ведете вечеринки или нет? Если бы спросили у меня, держала ли я хоть раз в жизни микрофон, я бы ответил «да». Но если бы спросили, как часто я использую микрофон в своей профессии, я бы ответил «да». Он может быть радиоведущим. Так. Тут нет радиоведущих. Ну, вообще... Молодец! Чтобы доказать одно из приветствий. Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены! Браво! Да, это ведущие вечеринки!